дуже крута аудиторія і дуже правильно підібрані спікери. Если за компанией стоит грустное, безликое лицо, которое не готово рассказывать, соответственно, компания будет так же выглядеть. Необходимо у кого-то вызывать доверие и необходимо кого-то соблазнять на покупку. Мы уже взяли деньги, сделали креативы, нету только рекламы. Все, что связано с COVID-19, запрещается в рекламе. Если вы десь раньше заходили в мой чат-бот, я столько про вас знаю, что аж страшно. Колоссальное число плюшек, инсайтов и позитивной информации. Проснулись сегодня в 4 утра, приехали, не пожалели. Який інструмент варто зацепляти нашого клієнта? По-любому Facebook. Ми стали шукати рішення і вирішили написати свій собственний трекінг-систем. Почему, блин, у мене не работать что-то? Может, потому что вы просто уже как бы отработали здесь? Я за эти деньги приведу столько звонков. Делай дичь, будешь в топе. Знакомый такой фразы, да? Люди доверяют людям, не компаниям и не брендам. Я бачу зараз задоволені і здивовані лиця людей, які дуже сильно хвалять таку подію. Продвіження об'єктів, інтересні нові тренди. Денис подивився іскренні, як він йшов к успіху і які принципи йому в этом помагають. Очень интересные лекторы выступали, в восторге. Получили много контактов полезных, будем использовать сейчас в дальнейшем для того, чтобы строить новые дома. Все было очень супер, спасибо большое. Конечно, на рынке работает гораздо больше 15 компаний, но мы выбрали крупнейшие. Все самое инновационное, все самое лучшее, что есть в Украине. Вам некогда много спать и есть. Вам нужно что-то делать. Встречайтесь с нужными людьми и создавайте нужные проекты. Вы молодцы. Я думаю, что сегодня было полезно.